Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Если будешь так все время злиться, облысеешь нафиг. Еще раз это скажешь, и я тебе таких заптюлей пропишу. Протягивай руки, и без тебя дел по горло. Ай-я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 й! Ты ж меня напополам порвешь! Что мне ему сказать? Наверное, для начала скажу ему: доброе утро! Но что, если мой глазок невзначай надломится? Мне же будет так неловко! Начальница! Доброе утро! Рад видеть тебя, зайка. Говнюк! Хора издеваться! Джемесу Гороку никогда бы так не сказал! Мозгодробительный удар. В следующий раз используй фото получше. Но вам оно, похоже, нравится. Начальница, я по поводу 15-го. Доброе утро. Что тут за херня? Твою же ж мать, прямо как 4 серии назад. Моя задача как фармацевта — изучать их и делать лекарства. Поэтому... Убери свои руки. Почему? Я не позволю всякому говну трогать мой кактус. Уже белая, как снежок. Щечки цвета вишни. Глазки красивые, словно рубинчики. Она такая же очаровательная, как начальница. 10 ксарей за штуку. Возьмешь? Ты на улицу, если хочешь курить! У меня ведь все волосы из-за тебя дымом провоняют! А ты думаешь, мне не насрать? Божечки, меня окружают одни невоспитанные мужланы! Что они себе позволяют? Как щекотно! Ты нахера коня сюда приволок? Питомцы под запретом? Не волнуйся, он не питомец, какая он член семьи! Мамочка, какая ворчливая бабка! Ну, почему у нас в комнате охраны котяра? Я, конечно, его тоже приветствую. Ты кого котярой назвал? Следи за языком! Ты находишься под его начальством! Он старше меня по званию? Так, Джуга, давай ты подойди к Нико поближе. Чё? Нафига? Хочу посмотреть, что будет. Тогда сам и подходи! Давай, не ссы! Раз, два. Ну что, довольны, блядь? Прости, не смотри на меня так. Человек с башкой кота — это не мило. Рок, твои уши? Не. Рада, что все прошло без происшествий. Большое спасибо. Начальница, а почему вы меня все время по головке гладите? Прости. Просто ты меньше меня ростом, вот я и... Это даже немножко обидно. Ну, прости меня. Сраная обезьяна, не прощу. Я тоже хочу. Погладила меня. Слышь, пес, ты что, на начальницу запала? Что? Да как ты смеешь, козел? Ну просто твоя реакция на некоторые вещи. По твоей ауре можно догадаться. Я еще на турнире это понял. А ты довольно проницательный. Просто у тебя все на лице написано. А ты знал? Девушкам ныне нравятся так называемые травоядные мужчины. Травоядные? Именно. Может, тебе стоит побыть травоядным? Травоядным? То есть нужно есть только овощи и фрукты? Что? Но такая диета не сбалансирована. Она окажет плохое влияние на мою жизнь. Нужно кушать 3 раза в день, и тогда... Я не это имел в виду. Инори, ты весь в крови! Да, это пустяки. Что там со скачками? Ах ты ж! Это все часть тренировок! Поставь за меня на 5-ю лошадку! То самое! Опа, сейчас начнется! То самое начнется! О чем ты говоришь? Ладно, идем, Джуга. Опять ты за свое, скотина! Да не ссы, успокойся! Ты в прошлый раз так же говорил, говнюк! В этот раз все будет хорошо. Нет, я не хочу! Оп! Что? Ничего не произошло. Волосы! Мои волосы, блядь! Белобрысые, как у гопника! Инфак, у меня теперь ужасная чернющая волосня!
Я в это время года я часто этим болею. Синдром разноцветных волос. Ребят, вы ужасно выглядите. На себя мы посмотрели! Это что за срань? Я не хочу носить эту ужасную розовую мотню! Твоя зеленая прическа ничем не лучше! Моя сногсшибательная прическа! У кого такие черные волосы? С кем я поменялся? Ребят, я услышал, как тут кто-то кричит. Что у вас произошло? Почему именно тебе достался мой цвет волос? Ненавижу смазливых козлов! Помогите! Слышь, фармацевт, запили-ка лекарство от этого? Мне нельзя показываться с такой прической. Почему этому уроду достался мой цвет? Какой позор! Кинори, ты похож на старика, который решил молодость вспомнить. А ты стал еще больше похож на дикую обезьяну. Начальница, по поводу отчета. Начальница! Она перекрасилась в мой цвет! Так вот, что такое смена имиджа? Это же смешно! Охереть, как смешно! Почему у меня такой цвет волос? Опять с чем-то нахимичил, старый хрыщ? Ошибаешься? Я тоже пострадал. Мои светлые волосы. Не переживай, когда-нибудь это пройдет. Это нихера не обнадеживает! С этой прической я похож на какого-то прожорливого, похотливого гривотряса! Ты сейчас про меня? По хлебалу захотел? Он не уязвим! Уж не знаю, почему. Мне так хочется вам сейчас навалять. Вот, блядь! Бежим! А ну стойте, говнюки!